Malık ne hani? Деньгимс кинкат катеке вахуре? Ага. Вот этот Ванькин дом. Во. Вот гараж. Вот ворота. И вон дом, короче. Во двор зайти не могу. Вот снаружи тебе показываю. Вот. Салам алейкум, Токмай. Так, вот дядь Ленин дом. Твой бывший дом. Салам алейкум. Миша, так и не писал. Вот твой дом, который ты в последний раз жил. Вот дорога. Дорога туда на подъем идет, где там Венс-Менс жили. А вот твой этот дом. Они его переделали. Вот, короче, забор там, пристройка, пристройка идет. И вот, короче, напротив, помнишь, бабушка жила русская? Вот ихний дом. А вот эта улица, туда к Шакирова идет, там где Цибулек, Мугулек же жили вот туда. А вот я сейчас снимаю тебе сзади, где вот караса там, помнишь, сидели мы? Вот купили, самогон пили, блин. Вот так и идет она. И вот твой дом. Во. Это задняя сторона. Где вот огород твой. И там вон караса, вода бежит. Там он. Мы вон там, вон сидели там. Под навесом у тебя навес был, блин. Вот, короче, дорога. Туда этот Цибулин в маслозаводе работал. Шакиров Ахмедов, блин. Потом этот... Брагин, Мрагин там жили. Вот, короче, твой дом. Смотри внимательно, скучай по ней. А вот здесь соседи у тебя русские жили. Дед умер, бабка живая. Привет передает тетя Лидия, говорит, там вам. И вот, короче, опять же иду на улицу. С лицевой стороны. Показать твой дом. Вот. Вот эта дорога. Туда на Ленина выходит. Вот эта дорога, туда на Ленинский магазин выходит. Там Памфилова, Манфилова, вот это туда. И вот лицевой твой вот дорога. Там подъем, где Венс, Менс жили вот эти. И вот опять же твой дом. С улицы показываю. Тут все пристройка, пристройка, короче, все переделывает. А вот Ванькин дом. Где Ванька, брат, жил твой. Туда не зайдешь, там закрыто все, блин. А сам вроде показывал, где? Да. Где? А, бункарочка. Только мы шаги обычные, Миша.